Череда новогодних елок стартовала в детских учреждениях Камчатки. Организовать праздники помогают депутаты в своих избирательных округах. Так, 21 декабря мероприятие провели на станции детского и юношеского технического творчества в Петропавловске. Я пришел от имени по вручению сенатора Российской Федерации Пономарева Валерия Андреевича, от имени себя лично, поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам, конечно же, успехов в учебе, чтобы вы хорошо учились, хорошо себя вели, радовали своих родителей, своих учителей и получали только пятерки в следующем году. В этом году на два праздничных представления в этом учреждении приглашены 187 детей. Благодаря помощи депутатам 2-го городского округа Анатолия Владимировича Керносенко, который нам ежегодно помогает проводить наши новогодние мероприятия, а также нам очень помог сильно Пономарев Валерий Андреевич, где все наши дети, 187 человек, получили новогодние подарки. Дети очень довольные. А также нам 24-я школа показала новогоднюю сказку, где 11-й А-класс показал новогоднюю сказку. Дети все были очень довольны, ну и так же, как и мы, наш педагогический коллектив, потому что все наши дети получили подарки, а это очень замечательно.